Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Санч, и сегодня мы продолжаем рубрику построек. Ладно, не будем тянуть, поэтому переходим к видеоролику. В свете вот прям нынешних событий, сегодня мы построим украинский танк М84 Оплот. Итак, для начала нам понадобится поделенный чернокамень, немного каменных кнопок, которые мы ставим вот сюда. Поделенный чернокамень мы ставим на 6 штук. Раз, два, три. Здесь еще 6 штук. Затем старая добрая точила. Точила в данном видеоролике мы будем использовать по тому же предназначению, что и вчера, где я строю российский танк. Ну и в противовес вот я строю украинский. Итак, сюда ставим точила. Ступень из поверного чина камня вот сюда. Где нам пригодится плита из камня. Мы должны поставить вот сюда. То есть вот как в случае с арматой, полностью заполняем все вот это вот пространство плитами из данного материала. Так, стоп, я тут все правильно сделал, нет? А, простите. Я тут забыл это добавить. Еще нам понадобятся кнопки, как я уже и сказал. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Так, сюда плиты из камня, как я уже и говорил. Так, сюда. И также вот сюда плиты из камня. Хорошо. Затем нам по ступени из камня ставим сюда. И сюда. Так, а сейчас мы сделаем одну вещь, для которой нам пригодятся ткацкие станки. Либо решетка, либо ткацкие станки. В общем, чтобы сымитировать сзади вот эту вот решетку у танка, которая вот как в настоящей модели. Так, сюда камень, сюда плита из камня. Ой. Такс, вы этого не видели. Все, вот таким вот образом. Так, затем возвращаемся к нашему камню, который мы ставим вот сюда. Сюда. И сюда. Так, это все мы также покрываем камнем. Сюда железные люки. Сюда ступени из камня. Так, сюда также камень. Сюда. Сюда люк из железных. Сюда плиты из камня. Сюда. И затем, собственно, все вот до этого момента покрываем ими. Тут тоже покрываем ими. Это тоже. Это и вот это. Угу. Так, ткацкий станок я взял неспроста, то есть он понадобится нам не только для данной цели. Так, нам понадобится знамя, именно серое. И затем следующие красители. Нам понадобится, во-первых, верченокси, а во-вторых, светло-серые. Да. Так, сейчас мы будем делать колеса танку, но вот не такие просто, как пару кнопок и все готово, а прям более детализированно, так как у данного танка Оплот броня, она как бы частично закрывает колеса. Я хочу это прямо заметировать, чтобы оно все было красивенько. Итак, черная кайма, это он бы само колесо. Вернее, не колесо, а часть. Скорее, вернее, часть колеса. Затем, вот таким вот образом, светло-серое верхнее пересечение. Вот таким вот образом. Светло-серая полоса по центру еще. И да, все. Затем, получившееся знамя мы берем. И ставим вот сюда. Видите, действительно похоже, как будто бы, смотрите, вот это колесо, часть колеса, а вот это вот броня, которая его закрывает. Или еще есть второй вариант знамени, если вы не хотите использовать такой вариант, то вы можете взять светло-серое знамя. Сейчас я его возьму. Взять вариант гораздо попроще. Нам не пригодится ничего больше. Светло-серое знамя, черный краситель. Вот таким вот образом. Так даже заметно лучше, так как колесо, во-первых, смотрится
реалистичнее, во-вторых, броня тут больше, как вы видите. Итак, закрываем тут, закрываем также знаменами вот тут. Вот это мы должны обязательно оставить. Так, тут мы тоже закрыли, хорошо. Затем давайте украсим все это дело датчиками дневного света, чтобы у нас танк не смотрелся слишком монотонно. Так, сюда и сюда датчики дневного света. Также датчики добавляем и вот сюда. Так, важная деталь. Здесь обязательно переключаем на ночные. На ночную, короче, вот это вот. Как это назвать? Ночную функцию. Тут тоже переключаем на ночную. А теперь приступаем к башне, друзья. Башня будет легче, даже чем на прошлом танке армата. Итак, сюда. Сюда спини из камня. Сюда плиты из камня. Так, сюда камень, цельные блоки именно. Так, сюда, сюда. И вот сюда. Затем сюда еще один цельный блок. Сюда плиты из камня. Так, затем. Сюда ступени из камня. Вот таким вот образом. И вот таким еще. Вот таким, вот таким. Цельный блок. Так, затем сделаем дуло. Ну, обычное дуло будет слишком скучно, да и вообще никто не будет на него смотреть. Давайте сделаем немного измененное дуло. Итак, нам понадобится... Точно так же, как и в танке армата. Да, эта постройка в целом чем-то даже схожа с предыдущим танком. Я этого не отрицаю. Итак, сюда один, одну плиту из древесины темного дуба. Два блока, две плиты из камня уже приподнятых. Нет, не приподнятых, а пока что делаем их не приподнятыми. Еще сюда один блок. Вот так. И еще сюда один блок. И вот таким вот образом мы получаем дуло. И вот это дуло скрутно направляется вверх, как будто бы они там пытаются попасть по какому-то там, например, пролетающему мимо военному самолету. Так, давайте больше добавим деталей, так как все это смотрится не очень, честно говоря. Так, что же нам понадобится? Так же, как и в прошлом, да. Сходство, согласен, что сходство многовато, но это же не минус. Так, стержень края нам понадобится. Так, это, в принципе, все лишнее, можно убрать, кроме кнопок. Подождите, кнопки нам еще обязательно понадобятся. Нам за кнопки вместе с люками. Так, люки берем из темного дуба обязательно. Даже без них. Так, затем ковры. Сервосерые. Угу. Так, стекла. Стеклянные панели светло-серые, которые мы ставим вот сюда. Тоже в качестве эдакого украшения. Стену из замшелого булыжника мы ставим вот сюда, как будто бы это у вас пушка на танке дополнительная. Ну что вы все знаете, что подобные пушки встречаются, мне не нужно это объяснять. Так, сюда люк из темного дуба. Светло-серые ковры сюда. Так, люк из... один люк сюда. Один люк сюда. Раз, два кнопка, три кнопка сюда. Еще кнопка сюда. Затем еще забор. Добавляем больше различных там украшений подобных. Пластина нажимная. Вот сюда впереди. Так, затем. Полноценная плита еще одна. Вот сюда. Угу. Так, решетка железная. Ну и, конечно же, да, решетка железная. Так, давайте это лучше берем вот сюда. И, конечно, добавляем антенну. Даже без нее на танке. Танк без антенны просто невозможно представить. Так, с нам осталось только удалить все инвентаря. И сказать, наш оплот готов. Вот такой вот украинский танк оплот мы получили.
Вот наш видеоролик, друзья, подошел к концу. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. С вами был снова полковник Санж. Берегите себя, Украина. Ты там держись, украинцы. Я надеюсь, что война кончится и все будет хорошо, что Украина победит. Поэтому что ж, друзья, берегите себя. И до новых всем встреч.